Ряд российских СМИ сообщают о том, что врачи прекратили интенсивное лечение 48-летней актрисы Анастасии Заворотнюк, которая в настоящее время находится в тяжелом состоянии в реанимации. Звезда сериала «Моя прекрасная няня» осталась в московской клинике, но только под наблюдением. Медики прекратили проводить специализированную терапию, которая не дала положительных результатов и лишь усугубляла состояние актрисы. Ранее сообщалось, что перед этим она прошла курс лечения в Польше, после которого и попала в реанимацию. Несмотря на то, что близкие родственники и представители Заворотнюк воздерживаются от комментариев относительно состояния здоровья, продюсер группы «Ласковый май» Андрей Разин пролил свет на ситуацию, подтвердив, что она находится в крайне тяжелом состоянии. В частности, он сообщил, что связался с ее врачами, которые подтвердили, что актриса находится в коме. По их прогнозам, актрисе осталось жить всего несколько дней, так как ее состояние лишь ухудшается.